Друзья, всем привет! Вы на канале Фанат Волейбола. Меня зовут Григорий Никифоров, и я очень внимательно читаю ваши комментарии. Вы очень сильно просили побольше скилла в предыдущем видео. Так вот, я решил посвятить этому целый ролик. Конечно, никакого профессионального контракта нет, но не торопитесь выключать это видео. Прошел Кубок города Новосибирска, где я представлял команду Западно-Сибирской железной дороги. Это новая команда, созданная для подготовки к чемпионатам России и мира среди железных дорог. Мне посчастливилось стать ее частью. И для вас специально я выбрал самые сочные и интересные моменты с моим участием. Ну а прежде чем начинать, обязательно подпишись на канал и напиши в комментариях, хотелось ли бы тебе увидеть волейбол от первого лица, от лица связующего. Ставь лайк, если знаешь, что это за амплуа. Ну а я не буду тебя задерживать. Приятного просмотра. Thank you.
В финале кубка мы проиграли в упорной борьбе в 5 сетах. Впереди первенство города. Если вам интересен такой чисто волейбольно-обзорный формат, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был Фанат Волейбола. До скорой встречи!